Combien de bombes atomiques vous avez vues dans la chambre forte ? Une. Une seule bombe ? Oui, une, mais des emplacements pour trois. C'est pas parce que je vois une ou deux lumières dans le ciel qu'il y a un putain d'ovni. Écoutez, on a pensé qu'il y en avait trois. Je pense qu'Elvis est encore en vie, mais je vais pas acheter des places de concert pour autant. Qu'en est-il des autres bombes ? Il y en a une qui est déjà ici. Alors vous n'êtes pas au courant au sujet de Paris ? Quoi ? Vous avez compris. Il n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi quoi ? Vous parlez de lui. Il était membre des Spetsnaz dans l'unité Wimpel. Dimitri Dima Mayakovsky. Le genre d'agent qui ne se trouve jamais quelque part par accident. On sait que vous le connaissez. Oui, on se connaît. Où est-ce que vous voulez en venir ? On pense que vous savez ce qu'il faisait à Paris. Dites-moi ce qui s'est passé à Paris, et je répondrai. On n'a pas plus d'informations que vous. Le seul qui sait ce qui s'est vraiment passé à Paris, c'est Dima. Nous apporterons toute information. Dima надеет, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Групп, подтвердила правила игры? Да, самое главное запретить ядерное оружие, чтобы это не стало. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть псих, но точно знает, чего он хочет. Это сожалению своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы были люди осознали, кто вы здесь, мы окажем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремлекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Он не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Автопарк. Вниз на уровень Б, потом вверх по лестнице.
бей, туда. Thank you.
Лейтенант, знай положение наблюдателей. Топор лично, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон сюда. Проверил. Наведи на них фланговый огонь. Основной торговый этаж вот туда. Давай, Дима. Играй сюда, Рит! Вперед! Он ускалывает! Проламывает! Мы должны держать его в достижимом радиусе. Он покидает здание! Тихо, дорогой. Ну чего ты? Ну, ё-моё, шевели! Быстрее, двигай! Хватим, понял? Вот, идет!
Пулемет! Пулемет не надо сам! Убери от них! Не доделывай машину! Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь. Топор лишь ему, где факел?